постоянно пищит туда, да? Да, вот вода набирается, и вот это... Угу. Вы не разувались, а то ноги сейчас замерзли. Угу, сейчас. Вот эта трубка, просто ее некуда уже больше девать. Да, она вот бежит, потом вода вот это переполняет, и она бежит вот все в унитаз. Понятно. Это мы закроем. Там вообще воду, наверное, можно перекрыть. Это понятно. Он так перестал обижать. Он раньше, да, просто капал. Потом стал, у меня даже бутылок с ним стал. Уже засунули в унитаз. А тут смотрим, вообще бежит. Прям уже. Понятно. А ну, откройте там горячую где-то. Ну, кран. Сейчас. Давление ушло. Не идет. Все, да, перестала или вообще не пошло? Все, не идет вода. Ага. Оставлять там открытый? Не, не надо, закрывайте. А будете, а то там плитка так. Ага. А мужская сила никакая не надо будет? Не. А тогда я позвоню, чтобы не приходили. Вода горячая тишит. Бежит постоянно. Сейчас спрятаюсь, наверное. Побежит. Так.
Thank you.
выступает тяжелая артиллерия. Этот старый этот клапан закипел трошки, ну, так. Да. Прикипел, то есть. Уж стоит же, не знаю сколько. Да. Что у вас случилось? У вас все нормально со здоровьем? Да не, я болею, так что. Я вообще этим не могу. Серьезное что-то? Ну да, малость есть, ага. Да, немножечко. Серьезно.
Так, я все. Угу. А трубочка что там не капает больше так сильно? Не. Ну ты аж поменял его. Сам клапан поменял вот этот, который капал у вас. Ага. Угу. Держится хорошо, не будет там протекать? Не, не будет. Отлично. Пока капля осталась, пока не сменял, так оно накапало. Ага. А то прям это...
Ну, там уже он просто забился этим накипью. Сколько вам должно? Да давайте так, я так понимаю, вам, наверное, деньги нужнее, чем мне, намного, чем... Ну, все равно, что... Нет. Смотрите. Последний раз, когда я вас видел, у вас, ну, вы совершенно другой человек был. Мне как бы сейчас не хочется даже из вас что-то брать. Не надо ничего. Да как это? Вообще совсем? Ну, совсем. Хоть за клапан этот. Да вы успокойтесь, у меня был этот клапан. Не хочу я ничего, мне стыдно. У меня мать тоже болела. Я не знаю, что у вас, конечно, но... Ну, я на химию хожу. Вот именно, не надо ничего, лучше вам будет. Вам нужнее. Ничего страшного. Хорошо, вам спасибо. Я у вас как постоянный клиент, то одно сломается, то второе. Угу. Ну, главное, этот... Дай Бог вам здоровья, поправляйтесь. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так, я давай включаю его, да? Да, ага. Там плотнее его просто прижать надо. Ага. Так. Я мусор купил. Да, нужен. Так, все, не сдавайтесь, лечитесь. Да, спасибо вам. Всего хорошо вам, поправляйтесь. Найдете как-то? Да, найду. Ага, до свидания. А вы можете тут вот по лестникам спуститься через задний вход, а хотя вам... Нет, там мотоцикл с той стороны. Спасибо. Угу. До свидания. Человека, который раком, блин, не сама мать умерла от этого. Никакая химиотерапия не поможет. Ну, дай бог, конечно, чтобы она вылетела. Да, конечно. Последний раз, когда я видел, как она была радостный человек. А вот это назад это. Сейчас, конечно, блин, пиздец.